Хороший завтрак – это залог продуктивного дня. Ведь завтрак наполняет наш организм настолько необходимой для нас энергией. Особенно это важно для школьников, которые каждый день открывают для себя что-то новое и чему-то новому учатся. А вот насколько для школьников в принципе необходимо правильное питание и чему это грозит, поинтересовалась Оксана Мирошникова. Осень – время обострения гастропатологии. В детском отделении районной больницы все больше пациентов с гастритами. О причинах возникновения проблем с желудком мы спросили у педиатра Марии Фурник. Загруженность детей, отсутствие режима питания и диеты, потому что утро школа и со школы возвращаются поздно, не все в школе едят, не хотят брать перекусы, кто-то не ест, а общественное питание. Поэтому, да, такие дети есть, они сейчас будут поступать. Так что же делать, чтобы минимизировать возможность возникновения проблем с желудком? Слушать своих детей, слышать их, потому что чрезмерные нагрузки, они, конечно, вредят, но в нашем мире, да, быстро движущемся, без этого нельзя. В плане, если гастропатология, конечно, должен быть завтрак перед школой. Если это детский сад, и ребенок плохо ест в саду, то перед детским садом. Если вы знаете, что ребенок в вашей школе не ест, ну, желательно, конечно, там есть, потому что сейчас у нас и бесплатный завтрак, и обед, все это в школе организовано, да. Ну вот, тоже надо собирать ему какой-то перекус, причем это не должен быть не бутерброд, а какой-то ланчбокс. И, конечно, следить по мере того, когда они приходят домой, потому что родители работают, дети предоставлены многие сами себе, и они не хотят есть то, что надо, они хотят есть то, что вкусно. На обед суп, на завтрак каша. Таким, по мнению Марии Фурник, должен быть рацион школьника. Омлет не должен быть ежедневным питанием, но иногда достаточно, конечно, пусть это будет бутерброд, но он будет с горячим напитком, желательно чай, а не крепкий кофе. Но поесть обязательно надо, потому что что еще бывает у нас первый урок, обморок, да, потому что не поел, пришел, шел или ехал до школы долго, низкий сахар, то есть кушать надо обязательно перед школой, подросткам. А вот ужинать Мария Фурник рекомендует не перед сном. Ну, в районе 18:00, потому что в 22, конечно, они уже должны спать, чтобы, да, у нас не был прием пищи непосредственно перед сном. Поэтому лучше, чтобы это было такое время, 18-19, чтобы ребенок еще какой-то активностью мог заняться, только потом лечь спать. Ну и в завершение, чего точно нельзя делать, если гастрит вошел в жизнь подростка? Ну, во-первых, голодать. Да, потому что большие промежутки между приемами пищи, при этом они параллельно иногда начинают самостоятельно лечиться таблетированными препаратами, не видят эффекта. Ну, потому что если у нас не будет поступать пища в желудок, то таблетки там просто не сработают. То есть любой гастрит – это диета, режим питания, только потом медикаментозная терапия. Ну и, конечно, лучше это делать под контролем врача, да, врача-педиатра поликлиники. У нас есть гастроэнтеролог сейчас в детской поликлинике на бульваре Кузнецова, поэтому, в принципе, эта помощь доступна. Если нужна стационарная помощь в плане лечения, да, обследования, мы всегда открыты, таких детей к нам направляют. Мы радушно принимаем всех, условия создаем максимально комфортные, с родителями на связь. Поэтому обязательно обращаться пусть к врачам, и детей не лечат самостоятельно. Детское отделение оснащено всем необходимым оборудованием для диагностики и препаратами для лечения. Но это тот случай, когда лучше о них 100 раз услышать и ни разу не видеть. А мы вышли на улицу и поинтересовались у жителей нашего городского округа, из чего состоит их завтрак. И что вы кушаете на завтрак? Овсяную кашу. Яичницу. Помидорки. Кашу. Какую? Гречневую, пшеную, овсяную. Чай и булочку. Геркулесовую кашу с медом. Бутерброды с кофе. Сырое яйцо домашнее пью. Стараюсь кашу. Потому что у меня преддиабет, стараюсь за кашу. Завтрак я не ем, а прихожу на работу, чай. Ну и сухарик, и все. Бутерброды, кофе. Кофе с бутербродом. Яйцо, кофе, бутерброд. А ответы на самые значимые вопросы, касаемые школьного питания, мы получили у старшего эксперта управления образования администрации Сергиево-Посадского городского округа Ольги Владимировны Васютиной. Ольга Владимировна. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, как организовано питание учащихся образовательных учреждений, школьников в этом году, и какие есть новшества? Организацию питания на территории нашего городского округа осуществляет два организатора питания, два оператора питания.
И основное условие при организации – это полное соответствие примерному 10-дневному меню, которое рекомендовано Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, которого мы, собственно, и придерживаемся. Какие категории школьников будут питаться бесплатно? В этом учебном году бесплатное двухразовое питание, то есть и завтраки, и обеды, предусмотрены для обучающихся из многодетных семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и для детей с инвалидностью. Кроме того, таким очень важным нововведением является то, что с 1 сентября этого года Госдума, как известно, приняла законопроект, согласно которому дети с особенностями здоровья получают бесплатные обеды дополнительно, ранее они получали только завтраки. А на территории нашего городского округа это уже введено в практику с конца прошлого учебного года. Кроме того, в каждой школе имеется резервный список детей льготных категорий, которые также могут получать бесплатное питание, одноразовое, двухразовое, при наличии свободных мест, если вдруг дети из основного списка не посещают учреждения. То есть это получаются завтраки и обеды, а как быть со второй сменой? Для второй смены, которая у нас сейчас осталась только в одном образовательном учреждении, для детишек начальной школы предусмотрена альтернатива в виде горячих полдников. Почему я делаю такой акцент именно на горячем питании, почему это очень важно? Согласно нормам санитарного законодательства, исключение из школьного питания именно горячих блюд является очень серьезным нарушением. То есть мы не можем просто так взять и заменить эти блюда, скажем, там, на буфетную продукцию. Кто отвечает за меню, на сколько дней оно формируется и как сбалансировано? Значит, наше меню рассчитано на 10 дней, то есть на 2 недели. Строится оно с учетом возрастных особенностей детей начальной школы. И очень важной особенностью является то, что оно должно покрывать 90% суточной потребности ребенка в калорийности, в питательных веществах, микро- и макроэлементах. Меню разрабатывается организатором питания по каждому конкретному учреждению, согласовывается с руководителем образовательной организации и, соответственно, реализуется детям. Какие школы сами готовят, а в какие и насколько это в процентном соотношении питание привозят и столовые лишь подогревают? У нас в 14 зданиях школ на территории нашего городского округа организовано привозное питание, готовое, которое уже непосредственно подогревается перед раздачей, перед реализацией детям. Такая практика у нас в одном из зданий 5-й гимназии, в одном из зданий Ходьковской 5-й школы, 21-я школа, школа Загорские дали, 19-я. Одно из подразделений Бужениновской школы. И, соответственно, еще в 44 зданиях у нас столовые, где повара самостоятельно из уже завезенного сырья готовят горячие блюда. В школе, в которой обучаются тысячи или больше школьников, да, организовать питание, это очень трудоемкий, сложный процесс. Кто среди учителей школы, да, администрации школы отвечает за этот процесс? В каждом образовательном учреждении есть ответственный за организацию питания. Как правило, это социальный педагог, который вместе с заведующим производством, сотрудник от наших организаторов питания, планирует, какие продукты необходимо закупить на ближайшие там дни, чтобы приготовить из них питание для детей. В каком объеме эти продукты должны быть. И, соответственно, очень важный момент, они же и в первую очередь осуществляют контроль. Контроль внутри учреждения осуществляется дополнительно медицинским работникам и
руководителем образовательного учреждения. И вместе вот эти четыре специалиста составляют так называемую брокеражную комиссию, которая ежедневно снимает пробу с каждого блюда и оценивают, насколько оно соответствует качеству, температуре, можно ли его, в принципе, реализовывать детям. Они вносят соответствующие оценки свои в журнал за подписью, как бы, и этот журнал хранится в образовательном учреждении. И если более подробно говорить о контроле, по заданию Министерства образования Московской области с сентября прошлого года ежедневно специалист управления образования выезжает в одну из школ по графику, где проводят такую объективную, независимую оценку качества школьного питания, оценивают соблюдение санитарно-гигиенических норм при приготовлении, реализации продукции детям, оценивают нормы хранения пищевой продукции. И в режиме настоящего времени с помощью программного средства, которое установлено на телефоне, отправляет, соответственно, свои оценки в Центр мониторинга Министерства образования. Ольга Владимировна, спасибо, что пришли, спасибо за содержательный разговор. А у нас в гостях была Ольга Васютина, старший эксперт управления образования администрации Сергиево-Посадского городского округа.